Следующее движение – Мэнучи Ушироцкий. Удар в голову и тычок назад. Удар такой же, как Шоменучи Коми. Разворот через левое плечо. Стандартная позиция – Ушироцкий. На исход. Удар и укол назад. Здесь можно проверить себя, стандартно перевернуть дзё и получить базовую позицию. Если при перевороте получилось как-то так, значит, стоит обратить внимание на стойку. Удар, тычок, и здесь базовая позиция. Если чувствуете, что все хорошо, можно к ней не возвращаться. Удар, укол на исходную. Удар, укол на исходную. Обратите внимание, как всегда, при Ушироцки. Не вот так, это опасно. Дзё немного под углом, со спины должно быть хорошо видно. Удар в висок, разворот, тычок. И еще раз. Удар по диагонали, разворот и правой рукой тычок. Левая практически неподвижна. Не делайте так. Удар, разворот и за счет правой руки тычок. Мэнучи Ушироцкий.